Скорость 27 тысяч километров в час относительно поверхности Земли. Высота рекордная – 430 километров. Ориентация, импульсы на сближение. И вот космический корабль «Союз ТМА-06М» приближается к орбитальной станции. Двое суток в пути. Долгожданная стыковка. Есть касание. Есть стыковка. Есть механ соединения. Два часа ожидания. Проверка герметичности, выравнивание давления и, наконец, открытие люков. Так, люк открыт. Теплая встреча. Теперь на ближайшие месяцы космическая станция и рабочее место, и родной дом. Влетаешь в станцию, она, во-первых, большая. Во-вторых, там тепло, там светло. Опять горячая еда, и ты понимаешь, что все, ты пролетел, вот он твой дом на ближайшие полгода или сколько там длится экспедиция. И, конечно, вот всегда, опять же, вот эти все эмоции, которые мы видим на экранах, это всегда искренние эмоции. Все действительно рады друг друга видеть. Космический путь поражает своим размахом. Многолетняя подготовка к полету. 9 минут до выведения на орбиту и 2 дня до стыковки. Все по расписанию. Стартовал экипаж хоть и с привычной точки на карте, с космодрома Байконур, однако с новой площадки. Не так важна точка земной поверхности, с которой человек-космонавт улетает. Он летит на том же самом советском, сейчас российском носителе «Союз», самом надежном носителе в мире. Летит на том же космическом аппарате. Крайний раз с этого стартового комплекса пилотируемая ракета с космонавтами на борту стартовала в 1984 году. И вот уже 28 лет отсюда не отправлялись космонавты на орбиту. Но все же этот старт такой же, как и гагаринский. Космическая лестница и космический лифт. Ну что, на 10-й уровень к космическому аппарату? Поехали. О чем вообще космонавты говорят, когда едут к космическому своему кораблю? Ну, как правило, командир корабля еще раз уточняет задачи, рассказывает, кто первый садится в экипаж, чтобы правильно расставить места, кто первый выходит, потому что пространство тесное, и чтобы грамотно все это сделать. Ну а дальше они уже натренированы, и все это получается в принципе быстро. Кабина космонавта. Это так называемая зона чистоты. Перед посадкой космонавтов в корабль здесь трудятся инженеры в стерильных комбинезонах. Укладывают бортовую документацию и делают все для комфорта экипажа. Площадка новая, а вот традиции старые. Как и в прежние времена, доклад государственной комиссии на стартовом комплексе. А потом первое и главное ускорение перед подъемом в ракету – шлепок по скафандру. Первый уровень, второй, третий, как этажи высотного дома. Сергей Мишин в лифте вместе с космонавтами. Вот так много лет провожает экипажа. Потомок академика, генерального конструктора Мишина, здесь в лифте тоже член экипажа. Довести до космического корабля такой груз надо плавно и спокойно. Это уже, можно сказать, первая такая космическая высота, но на Земле. На самом деле ракета поднимается, возвышается над Землей на 34 метра. И здесь от ветра немного покачивает колонна обслуживания и саму ракету. Вообще от осознания того, что вот этот плод человеческих рук скоро преодолеет земное тяготение и покорит околоземную орбиту, становится не по себе. Покачивание ракеты чувствуют и космонавты в корабле. Команда на закрытие люка и дружественный стук. С наилучшими пожеланиями в полете. Они все испытатели. Испытывают стартовые системы, новые модификации корабля, цифровые системы управления. Уже их дублеры, экипаж «Союз ТМА-08М» Павел Виноградов, Александр Мисуркин и Кристофер Кэссиди испытают новую трассу полета.
Космонавты будут добираться до станции всего за 5 часов. Сейчас мы имеем корабль, который позволяет летать достаточно быстро. Во-первых, очень хорошая вычислительная машина на борту. Она может посчитать все маневры корабля. Одно дело лететь 2 суток и потом начинать эксперименты какие-то биологические. А другое, когда здесь можно на старте положить эту полезную нагрузку и там через 5-6 часов начать этот эксперимент. Для ученых, особенно для биологов, для них это крайне важно. Так летали первые экспедиции к космическим станциям. Так будут продолжать летать и новые экипажи на российских кораблях. Чтобы однажды этот рейс «Земля-орбита» стал регулярным для каждого из нас.